Всем привет, с вами я Денис Геймерс, и сегодня я буду делать еще один ролик по игре, потому что через некоторое время мы скоро поедем в отпуск. Ну а сегодня мы поиграем в игру под названием ВАЗ-2106 ДПС 3D. Вот такая вот игра, я ее в принципе загрузил. Ну что ж, давайте поехали, это у нас шестерка ДПС, как вы видите. Вот она как выглядит. Ну довольно крутая, можно сказать, тачка. И тут у нас имеется вот такая прямая дорога. И тут мы не можем выехать. Ой-ой-ой, тихо. Я понял. Мы застряли. Да, мы застряли. А можно как-то игру перезапустить? Ну, наверное, это только выйти из игры, наверное. Сейчас, подождите. Итак, в общем, я уже перезапустил игру. И вроде как это должно помочь. Ну да, видите, это помогла игра. В общем, эта тачка дрифтовая, я вам напомню. И поэтому ей крайне сложно управлять этой шестеркой. И вот такой вот звук, в принципе, имеется. Мотора. Мне кажется, лучшая идея это понаваливать боком. Угу. Вот такой вот, в принципе, зад, можно сказать. А можно вот сюда заехать? Нет, нельзя. И тут тоже нельзя заехать. Ладно. Так, сейчас, подождите. В общем, продолжаем, меня тут просто отвлекали. В общем, вот такая вот игра. В принципе, тут как максимум прямая дорога, и все. И больше ничего. Ну, давайте проедем, проследуем по этой дороге. Правда, эту шестерку крайне сильно ведет влево. Ну, не крайне сильно, а вот немножко ведет влево. В общем, вот такая вот небольшая игра, в принципе. Тут как максимум в этой игре ничего нету. А если, допустим, возвратиться назад? Так, сейчас, подождите. Итак, в общем, мы продолжаем. Меня тут просто отвлекали родители. В общем, давайте съездим назад, посмотрим, как тут игра выглядела, в принципе. Ну, игра, в принципе, конечно, прикольная. Но дорога там, в принципе, заканчивается. Ну, вернее, как она не заканчивается, она только продолжается, если я, допустим, еду до конца. Ну, в общем, небольшая, можно сказать, игра, в принципе, есть. Ну, можно и вот так вот, в принципе, съездить до конца. Ну, в общем, вот так вот, в принципе. Эта карта выглядит как ночь, в принципе, то есть мы как ночью ездим. А вот даже конец карты, нет, это продление. В общем, короче, вот такая вот игра ВАЗ-2106 ДПС 3D. Ну, короткое получилось довольно видео. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. И всем пока.